Казахстан окажет безвозмездную военную помощь Кыргызстану. Соответствующее соглашение ратифицировал Сенат. Предусматривается разовая передача военного имущества, наименование и объемы которого заранее согласовали по дипломатическим каналам. Соседям поставят спецоборудование, технику, боеприпасы, а также окажут содействие в подготовке армейских кадров. Отмечу, более 300 кыргызских военнослужащих уже проходят обучение в нашей стране. По словам заместителя министра обороны Султана Камалетдинова, казахстанская страна обеспечивает и берет на себя все расходы по доставке. Кыргызская сторона обязана использовать полученное исключительно в целях обеспечения безопасности, не передавать третьей стороне и не использовать против государств-участников СНГ. Замминистр добавил, что принятие закона не потребует выделения дополнительных средств из республиканского бюджета, а также не нанесет ущерба вооруженным силам республики.